своими динамиками. Пошли. На левую сторону. Правой ручкой вытянулись. Правой, не левой. Да. И пошли в обратную сторону. Левой рукой. Правая. Хорошо, помнишь, шире точка. Глубокий вдох,
положение мы будем пружинить назад, не отрывая грудь от бедра, насколько нам это возможно. Не выпрямляем полностью ножку у нас, а грудь лежит на бедре. Вперед, назад, раз, два, три, четыре. Левой ножкой шагаем вперед.
Пяточки под коленными суставами. Колено раз колено на одной линии. Посмотрели. Ни за ни вперед, ни назад, ни не уходит бедра. Опускаемся вниз на предплечье. Из этого положения мы слегка покачаем тазом вперед-назад в мелкой амплитуде с большим акцентом назад. Приготовились, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Остались в этом положении. Подкрутили таз. Прогнули спинку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Остались в исходном положении. Сидим минуту. Садимся на дерево.
3, 2, 1.
Вы прям как плечо не выворачиваете, вы его пустите вниз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обнимаем себя за ножку. Беремся ближе к стопе. Согнуть, разогнуть на себя ножку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поднимаем ножку на себя. Поднимаем стопу на мешок. Разворачиваемся лицом к коврику. Выходим в планочку. Правым коленом вышагиваем вперед. Носочек сзади кладем на пол. Макушечку стремимся к потолок. Ручками проходимся ближе к корпусу. Бедра кладем на пол. Беремся противоположной ручкой за носочек и опускаемся вниз на предплечье. Пяточку тянем к ягодице. Должны чувствовать внешнее растяжение ягодиц. Больше закрывайте бедро левое. Положенную ручку из носочек и опустились вниз на предплечье.